Если наступить на один, ты ногу проколешь. Если ты наступишь на 500 гвоздей, конечно же, нет. О, вообще сдавило, да. Пробираемся, пробираемся. Максимально мы их сейчас сюда близко привариваем и смотрим, что из этого получится. Поехали. Всем привет, ребят! Ну что, смотрите, у меня есть такая серьезная машина, такие вот серьезные диски и серьезные гвозди. Поэтому давайте-ка мы на эту тачку сделаем колеса, шипованные гвоздями. Поехали! Ну, ребят, смотрите, что у нас получилось. Диски мы обвернули листом, ну, чтобы сделать нам ровную площадочку, чтобы у нас гвоздики все ровненько встали. И, соответственно, что? Теперь надо все вот эти вот гвоздики вот так вот максимально плотно, чтобы получилось максимальное количество, сюда их приварить. И смотрим, что из этого получится. Поехали! Скажу, сколько килограмм гвоздей ушло, как вы думаете? В общем, на 4 колеса 16 радиуса ушло 110 килограмм. Вроде держится, поэтому пора переходить к ходовым испытаниям. Поехали! Ребят, машина ломается неожиданно, и многие просто не готовы сразу заплатить крупную сумму за ремонт дорогой запчасти. Так было и у меня. Один раз внезапно полетела коробка, а денег не было. Но я взял кредит на выгодных условиях и быстро починил свою тачку. Кстати, сейчас в Тинькофф банке можно не только быстро и удобно оформить кредит на выгодных условиях, но еще и вернуть 5% ставки деньгами на ваш счет после погашения кредита. А работает это очень просто. Оформляете кредит, платите по условиям договора. Не закрывайте его в течение полугода, не погашайте досрочно и не допускайте просрочек платежей. Закрывайте кредит и обращайтесь в поддержку банка для получения бонусов. Банк пересчитает сумму кредита по ставке на 5% ниже, а разницу вернет деньгами. Например, если бы я взял кредит на коробку 250 тысяч рублей, мне бы вернулось около 25 тысяч рублей. А что самое главное? Оформить можно все легко и удобно, и не нужно идти в отделение банка и сидеть в очередях. Подайте заявку онлайн и получите решение за одну минуту. А сумма кредита до 5 миллионов рублей. В общем, переходите по ссылке в описании, чтобы успеть оформить кредит наличными в Тинькофф, чтобы получить выгодный бонус. Так. Ну, давай. Ох, он сейчас наковыряет с собой грязи и травы всего на свете. Так, поехали. Так, какие там следы? Не видно, что там за следы остаются. А, ну понятно. Так. О. И не буксует. Едет и не буксует. Это прям просто замечательно. Что? Веток намотал? Ну, блин, что поделаешь? Ветки тоже. Ветки тоже. Хорошо. Все, все забирает с собой. Ничего не оставляет. Пошло дело. Вот он этот скользкий, намыленный снег со льдом. Все очень прекрасно. Это же замечательно. Едет ему абсолютно все равно. А вот тут уже немножко даже грязь присутствует. Да по ней он тоже двигается без проблем. Насколько я могу отсюда ощущать все это дело. Так. Едет.
Отлично. Ага. Нет, смотрите, даже на таких колесах на наклоне маленько все равно его стаскивает. Непонятно почему. Но почему-то есть такое дело. Так, попробовать поехать в снег заехать. Поехали потихоньку. Ну, лезет. Нормально идет. Вообще без проблем. Смотрите, цепляется, все хорошо. Вперед едет. Назад. Назад тоже едет. И очень хорошо. О, нифига себе, колея какая. Нормальная такая прям. По глубине неплохо, прям очень даже неплохо. Так. Очень уверенно. Прям. Маленько боком почему-то. Ну ладно, хочет боком, пускай едет боком, не жалко. Нифига себе, смотрите, мало того, что он и так накалывал на себя всякие, ну, веточки, траву и все остальное, еще смотрите, сколько снега налипло, и теперь даже и не видно, что это у нас колесо-то из гвоздей, но гвоздики-то торчат, я тебе скажу, поэтому цепляются они очень даже хорошо. Но сейчас получается то, что сами гвозди, они еще льдом, снегом, они как бы заармировались и держат. И сам вот этот лед, снег не дает им ни туда, ни сюда, никуда наклониться. И это прям очень здорово. Так а что, может быть, тогда поехать на дорогу пожестче? Ребят, но прежде чем мы продолжим, смотрите, какие классные диски я нашел по выгодной цене у проверенных ребят из Римзоны. Кстати, если вы ищете диски на китайское авто, то они шикарно подойдут по дизайну. У ребят огромный выбор литых дисков всех диаметров и даже есть 24 дюйма. Также они могут изготовить кованые диски под ваши параметры с любым дизайном. А определиться с выбором вам поможет ваш персональный менеджер. Он даже пришлет вам 3D-визуализацию ваших литых дисков с виртуальной примеркой дисков на ваш авто. В общем, если ищете диски, то переходите по ссылке или сканируйте QR-код. И не забудьте, конечно же, про промокод Garage54 со скидкой на весь ассортимент. В общем, все ссылочки и промокод ищите в описании. Ой-ой-ой-ой-ой. Хоть и лед, но твердый. Так. О, я здесь еще и грязь. Ой-ой-ой. Да ничего, я думаю, не беда. Эти колеса грязи не боятся точно. Хотя, с другой стороны, я бы не был настолько уверен. Ну ладно, в любом случае, пробираться надо. Ай. Пробираемся. Нормально идет. Идет. Все хорошо. Так. Так, главное не буксовать. Зацепа должно хватить, чтобы они не буксовали. Так. Пошло. О, ручеек. Мы сейчас их помоем. Тут заодно. О, замечательно. Так. Отлично. Оба. Давай. О, гребет. Так, магнитофон отвалился, это хорошо. Так. О, здорово. Выбрались из ямы. Смотрите, проехали по дороге, что произошло, да, немножко. Сейчас здесь все размыто, видите. Льда нету, щебенка. Он, блин, все забирает с собой. Все, что может найти на дороге. Видите, кусочки стаканчиков. Причем некоторые камушки, прям такое ощущение, что он их даже слегка проколол. Ну и понятно, что гвозди стали во все стороны. Но, блин, ладно, не беда. Самое главное, что это работает. Ну вот, видите, какие-то палки, пробки. Чего здесь только нет. Но самое главное,
Сейчас наблюдаю такой интересный момент, специально смотрю, где у нас были приварены гвоздики, чтобы все гвоздики были на месте. Почему? Потому что я думаю, что надо будет все равно пройти с магнитом, посмотреть. Ну, неохота, да? Ну, вернее, неприятно будет, если, не дай бог, такой гвоздь поймать в колесо. Поэтому эти дела мы тоже соблюдаем очень даже хорошо, чтобы нигде ничего у нас не осталось. Откройте! Здрасте, у вас здесь чистят? Почисти нам колеса, а. Так это, ребят, диск почистили, а это самое протектор? Нет? Так себе детейлинг, конечно. Так себе, да. Так себе очистка, да. Ну ладно, поехали. Ну, в общем, прокатившись здесь где-то по льду, где-то по камушкам, говорят, что там одно колесико пришло практически в негодность. Но надо доехать. Надо доехать. Ой, да, хотя бы до двора, на базу. Ага, точно подогнулась. Ой-ой-ой, а тут действительно сильно загнулась. Надо выпрямить в обратную сторону, поехать. Не, ну а что, да, нет, ну раз они, смотрите, раз они загнулись в эту сторону, походу, как ехали, как колесо крутилось. Если поехать в обратную сторону, они должны выпрямиться. Если тут даже что-то отвалится, здесь мы уберем, здесь мы у себя. Так, ну давайте попробуем. Нифига не хотят выпрямляться, да? Что? Хуже стало? Да ну нафиг, выпрямиться должны были. Где хуже-то? Ты бы вот так просел прям сильно сейчас. Ну-ка. Я тормознул, инерция, и что, сдавило? О, вообще сдавило, да. Нифига себе, не хотят выпрямляться. А почему? Хм, странно. Иди. Надо, короче, так же, знаешь, чуть разогнаться, чтобы бегом инерция даванул. А, бегом, то есть, да. Чтобы при торможении, да, типа, да, чтобы, да, их выпрямило. Ну, давай попробуем. Выпрямились? Да ладно, нифига себе! Да не тот момент еще выбил. Какой не тот? А, надо в смысле... Ну так тут я уже не могу угадать, как она пляшет, блин. Тут от скорости много зависит. Ну слегка подправились, это уже хорошо. Ну, ребят, смотрите, что получилось. Все работает, все хорошо, правда, недолго гнутся и привозят очень много мусора с собой. Ну, такая у них специфика. И главное, выдержали 2,5 тонны. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Обязательно подписывайтесь. Ну все, всем пока.